Бесплатные завтраки и обеды люберецкие школьники получают каждый день. Качество еды в столовой под пристальным контролем и родителей, и властей. На одной из проверок, которую провели в 27-й школе, побывала наша съемочная группа. Проверки школьного питания проводятся в округе регулярно. В первую очередь они направлены на укрепление здоровья детей и получение ими качественных и полезных блюд. Очень вкусно и очень сытно. Нам нравятся котлеты с рыбой. И сосиски. Мне нравится больше всего сосиски в пятницу. Дети питаются по 10-дневному меню, поэтому на завтраках и обедах каждый день разные блюда. Вся еда готовится в школе, но прежде чем ее подают на стол, проводится дегустация. У нас есть своя брокеражная комиссия. До того, как дети придут на завтрак, мы сами пробуем, записываем всю органолептику. И только через брокеражную комиссию проходят завтраки и обеды в пищеблоке. Еженедельно проходит родительский контроль. Родители могут записаться через школьный портал и попробовать то, что у нас кушают дети. Сбалансированное питание в школьных столовых находится и на контроле единороссов. Люберецкие депутаты лично попробовали школьный обед, осмотрели кухню и пообщались с детьми. Им нравится все, абсолютно все. Что больше, завтраки или обеды, они какие-то есть завтраки и обеды. И мы поговорили с работниками кухни, замечательные женщины. Чувствуется такая доброта и открытость, и профессионализм, поэтому вот люди готовят с душой. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.